Всем привет! Сейчас вот еще знаете, что хочу показать? Что мы используем, какую вот зелень мы используем для декора. Смотрите, может кто-то, конечно, не знает. Это вот эвкалипт. Вот ветки эвкалипта. Сейчас я георгины свои поправлю. Это вот георгины, смотрите, срезочные сорта. Ну, я уже показывала. У меня есть там всякие ролики, такие небольшие. Кому интересно, вот еще один из видов. Это вообще тоже очень ходовой розовый. Смотрите, какой, с красненькими вот такими вкрапленными. Каждый цветок индивидуальный имеет рисунок. Ну, вот такую высоту режем. Смотрите, вот эвкалипт. Это эвкалипт. Сейчас вот положу. Эвкалипт серебристый. Вот такие веточки вообще шикарные для декора. Все флористы у нас используют. Вот, он растет здесь у нас в Западной Грузии. Вот, и такие вот веточки мы используем также. Также есть еще вот эвкалипт, этот с круглыми листиками, серебристый. Это эвкалипт зеленый называется, он с длинными листиками. Тоже используется для оформления. Также вот используется еще олеандр мы используем. Сейчас покажу. Вот, олеандр. Есть, кто знает олеандр с широкими листиками, он у меня тоже растет во дворе. Это олеандр декоративный его называют. Вот он с такими вот узенькими листиками. Вот так. Тоже очень шикарно, когда для оформления смотрится. Ну, вот такая прелесть. Также еще сейчас покажу. Это плющ. Плющ, видите, как такие вот на нем такие шарики, цветочки. Тоже вот такие вот режутся. И вот так же плющ используется. Ну, зелень для оформления, конечно, всегда нужна. Ну, шикарно смотрится. Вот, и еще, ну, это название растения, дерева самого не знаю я. Вот бусики, мы его называем просто бусики. Сейчас покажу. Бусики. Вот зеленые такие листики классные. И бусики. И тоже используются для декора, для оформления. Ну, вот такую зелень используем. Еще покажу, будет у меня, принесу этот, оливки. Тоже оливки покажу. Тоже красивая. Кто, может, не видел, не знает. Ну, а эта зелень вот так. С георгинами, конечно, супер смотрится. Ну, вот так. Кому интересно, смотрите, что мы используем. Конечно, вот эвкалипт серебряный, это вообще супер. Его практически все дизайнеры используют. Ну, вот такие дела. Ну, всем пока. До новых встреч. Удачных работ. У кого продолжается... У нас еще работа кипит. Георгины, как говорится, осенний цветок. Вот такая красота.